Так, ну коротше, у нас сьогодні абсолютно не формат. У нас сьогодні прем'єра нового ранкового шоу. Чи замислювалися ви, в чому різниця між дієтологом та нутриціологом? Я замислився. І тепер ми зараз поговоримо в студії з Ольгою Батаєвою, яка є нутриціологом. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Розкажіть, будь ласка, в чому різниця? Тому що для нас, взагалі, ну, дієтолог ще якесь знайоме слово, так? А нутриціолог, ну, взагалі. Космос. Чим він займається? Да, це дуже таке питання часто мені задають. Можна я російською мовою, да? Так, так. Мені, вот, ну, дієтолог, дієта, это как-то советских времен, диета номер 5 очень многим там знакома, да? А нутрициология, по сути, это наука. Если говорить прям перевод с латинского, это наука о питании. То есть все, что касается питания, да. И если там в чем разница диетолога и нутрициолога, то диетолог — это тот, кто подбирает рационы, имеет медицинское образование чаще всего и подбирает рационы с какой-то конкретной задачей. Ну, то имеется какие-то заболевания, там патологии или что-то еще. Да. И вот конкретная задача, ну, опять в кавычках, стол номер 5 или там, да. Вот. То нутрициолог — это человек, который чаще всего, ну, как бы более широкий спектр клиентов в том плане, что и здоровые, и да, там, но тоже есть какие-то там цели. А для чего? От яка мета найчастіше люди звертаються от до вас? Як очень разные, очень разные. Ну, вообще, как бы изначально я очень большой практик. То есть, да, мама троих детей, и за все это время моего материнства вот эта нутрициология как такой домашний мой стиль жизни, скажем так, превратился. И такие же люди ко мне и обращаются. То есть моя основная, как бы, такая аудитория — это мамы. Мами. Мами. А дитячий раціон теж за допомогою цього можна коригувати? Ну, звісно, це ж дитя, це ж теж чоловік. Просто ви розумієте, що ми бачимо? Як? Травичку, Оля, так? А що це ви принесли? Розкажіть, і ми не розуміємо, чи можна це їсти взагалі, і діти взагалі, я думаю, що ну, не зрозуміли. Наглядний відповідь на вопрос, що, де дієтологія, де нутриціологія. Так. От смотрите, ми всі умні знаємо, що зелень треба кушати. Так. Правда? Овощі треба кушати. Ну, а як же? Ну, зараз у нас трушку. Ну, а як же? А сейчас у нас на улице март. Так. Нынче. И вот в марте где укроп взять? Немає свіженького. Ну, то есть то, что, допустим, продают в супермаркете, ну, доступное, да? Ну, я не знаю, замечали ли вы, вот в этот сезон ты берешь в рот, и ты чувствуешь, ну, какую-то химию, какую-то, в общем, короче, невкусно. Так, взагалі відчувається. В общем. Почему микрогрин? Называется микрогрин. Ну, в частности, это я просто с подоконника вам принесла угостить. А то вы тут работаете. Вот покушайте. Я вас покормлю с вашего разрешения. Это пророщенный горох. Да. Да, да, називається мікрогрін. Але ми ж усі знаємо, що горошок, там, ну, ми їмо його сирим або там консервованим, так? Сам горошок, сам плід. Это пророщен, он прям видно, да? Ну, смотрите, то есть здесь он пророс, вот ему от роду примерно неделя. Ну, специалисты по микрогрину сказали бы перерос, ну, потому что он как бы теоретически должен чуть меньше, но у меня, я большие заказы делаю, мы пока дойдем до горошка с семьей. Уже як вот. Це смачно. Прикольно, правда? Я хочу сказати, що на смак він реально як просто горох, так? Але нібито їстиш горох, а це травичка. Вот. Ось. І от тепер смотрите, дієтолог, от приходить человек к диетологу. И он говорит: уважаемый, тебе надо кушать, значит, больше зелени. И так как сейчас март, нутрициолог скажет: а давайте мы не зелень магазинную, а давайте микрогрин. А человек скажет: да елки-палки, у меня работа, у меня дети, у меня то, у меня пятое, десятое, мне некогда его жевать, мне некогда там в таком количестве кушать. И нутрициолог скажет: а давайте-ка вот это вещество, которое здесь зелененькое, так, под названием хлорофилл, давайте его просто будем пить. Так. То есть быстрее готовый, как бы, такой полезный продукт, вот, ну и как бы имеет очень определенные классные влияния на организм. Я вам тоже принесла и попить тоже. Слухайте, для мене незвично, чесно скажу. Верю. Просто у мене є грішок, я не завжди харчуюся правильно, але как це дуже смачно. Я вас понимаю.
Как я вас понимаю? Попробуйте. Просто водичка. Давайте, це здоровий спосіб харчування. З опілі зелені вичавлений, чи як? Ні-ні-ні. Ну, конкретно, хлорофіл може бути з різних істочників. В частності, зараз ви п'єте хлорофіл із люцерни. Добувають його, в принципі, із шелковиці. Із люцерни, чому мені подобається? Тому що люцерна – це сімейство бобових, і у неї ще, крім всього, в хлорофілі є багато. Ну, есть такое модное слово протеиноподобных, да? Слышали такое, так, да? Так. Вот. И более того, люцерну, кстати, травники называют королевой травы. Почему? Потому что ее корни очень-очень глубоко проникают в землю, ну и, соответственно, питательных веществ побольше себе берут. Слушай, а чего он на смак на чем-то? Це додатки якісь? Чи я просто это способ, не розумію. Смотрите, а если взять чистый хлорофилл, так. Ученые, значит, когда его экстрагировали, он очень плохо сохраняется. Ну, реально плохо. Он берется такими кусочками, комочками и так далее. Вот. И получается, что для того, чтобы сохранить, нужно, чтобы была вот эта вот экстракт мяты. Слушайте. Ну, чесноря, он просто приятный, вкусненький. Мені на смак, як м'ятий чай просто, чай м'ятий. Ну, холодненький, правда, да? Правда, дуже приємний. Дуже приємний на смак, до речі. Слухайте, і оце, як часто його потрібно вживати? Смотря які цілі. Опять, сьогодні март. Так. Да? А які основні цілі у людей, які приходять до нутриціолога? Ну, от смотрите, возвращаюсь к моїй мамской темі. Значить, у хлорофіла є дуже класне таке свойство улучшати лактацію. Ага. Так. Тобто прибуває молочко, якщо мама кормить. Улучшається ця лактація, причому дуже доказано і дуже, на самом деле, дуже круто. Причому, опять же, якщо там совсем сложності, то його можна більше дозировки. І от нутриціолог може підібрати цю дозировку, ну, як би, ісходя із даних чоловіка. Далі, опять же, дійство той же зелені. Ну, прежде всего, і того же хлорофіла. Це, що таке хлорофіл із біології? Это то, что, значит, в конечном итоге в растениях синтезируется путем фотосинтеза и выделяется кислород, которым так. Мы с вами сейчас да. подышим. Но в нашей студии мало кислорода, побольше кислорода в лесу. И я иногда, когда рассказываю, зачем хлорофилл, я говорю, ты часто в лесу гуляешь? Попей. Хлорофіла. Тобто те, що це практично, ну, от как-то так. Який ми недоотримуємо, ми можемо просто от випити такого напою, так? Або да, поїсти. Це от така наша сучасність. Тому що якщо немає можливості, а зачастую у більшості немає можливості, і навіть у мене, я сильно умна, і у мене мікрогрін, але у мене іноді так мало часу з моїми трьома дітьми, моєю діяльністю, клієнтами і всім остальним, то мені просто хлібнути хлорофільчика і побіжати. Слухайте, це мені нагадує просто як в фантастичних там фільмах, так і говорили, що скоро люди не будуть харчуватися там три рази на день. Є буде така таблеточка, яку можна буде просто випити, і все. І ти сити, рядом. І мікроелементи усі отримав. Взагалі, це реальність взагалі, що так буде. Смотря які цілі. От, розумієте? Якщо чоловік, от у мене, наприклад, дуже є інтересний, це останній рік мені дав таких клієнтів. Ребята, які огромное количество времени работают. Причем, да. ну просто, то есть должен работать мозг, креативность, и он должен там выдавать эти идеи, ну, все связано с IT. Вот. И его но он при этом сидит дома. И его задача просто его организм, то есть работая и вот приходя к успеху, не потерять по дороге здоровье. И они обращаются ко мне: Оля, как так сделать, чтобы мало готовить? Чтобы там, типа, все полезненькое, все... Ну, то есть, вот, как бы, современные такие так. вот запросы. Тому що ми розуміємо, якщо людина не готує, хоче зекономити час, що ми робимо? Ми йдемо в магазин і купуємо пельмешки. От, і розумієте? І от тож. І яке тут здоров'я може бути? Вот. То есть, с одной стороны, мы все умные знаем, что надо там полезно, а с другой стороны, нам тупо некогда. А еще некогда разбираться. Так. Ну, вот, я вам скажу, лично мой приход в нутрициологию такой вот, как бы, через... Фактически через мою проблему. Вот. І ага, до речі, от нутриціологія з'явилася у житті, тому що у вас саме така потреба була, так? А взагалі, да. Як? От розкажіть більше про це. Ну, у мене якби материнство і нутриціологія так совмістились, да. Тому що я, ну, так сложилось, що вообще, имея два вищих образования, совершенно нічого не понимала в здоров'ї, то есть совершенно в другой, как говорится, області. І имея всю свою студенческую жизнь, там, такую проблему, как аллергию, ну, якби думала, що, ну, от я там...
появилась эта аллергия, помазала, там врач мне порекомендовал какую-то мазь гормональную, естественно. Все прошло, попустило. И так периодически. И когда это случилось уже, когда я была беременна, я пришла очередной раз по привычке к врачу, а он мне говорит: стоп, гормональный нельзя. Я говорю: как нельзя? Мне чешется, мне плохо, я не хочу и так далее. Она говорит: терпи, деточка. И, ну, понятно, что у меня там была ситуация, что мне даже в кожвендиспансер вот тут в Киеве направили. И когда мне пожилой доктор сказал: тебе ничего нельзя, все, терпи. И я стала искать, а вообще, ну, что с этим делают? А допомогти потрібно, і тут медикаменти не працюють, так? Нельзя, ну, то есть, ну, мне не помогли. И получилось так, что я, ну, спасибо подруге, она мне порекомендовала прийти к нутрициологу на прием. Слухайте, а от якщо нутриціологія, вона допомагає там, да, тримати здоров'я в тонусі, так. Якщо у мене проблеми з носом, чи є щось в нутриціології, що може допомогти? У тебе такий гарний нос, що у вас... Ні, я маю на увазі, іноді буває алергічні реакції, там, і закладення там. Смотрите, в чем прикол нутрициолога? И мне это очень нравится, я от этого кайфую. То есть у меня есть инструменты. То есть инструменты, опросники различные. Теоретически даже при вашем большом желании могу, как говорится, послать на анализы определенные, да, и посмотреть причину. Потому что очень часто, ну вот если говорить про аллергию, про мою, у меня была причина внутри. Ага. Я пришла к нутрициологу, и она меня стала спрашивать: а как вы завтракаете? Да. А сколько воды вы пьете? А я помню, я смотрю на нее, и я говорю: а в чем связь? Де логика, да? Да. Ага. Вот снаружи у меня проблема, а вы меня спрашиваете, сколько я воды пью. Ну, все середины. Когда... Это мы сейчас такие умные, да? 16 лет назад я такая умная не была. И я, то есть, ну, как бы я, понятно, что я там послушалась, все, начала завтракать, начала пить воду. И как бы мне пришлось добавлять растительные капсулы, которые улучшают работу желчного. За 10 дней с кожи ушло то, что не уходило 8 лет. Ого. И моему математическому уму, технарю, как бы мне вообще стало непонятно, как это. И вот с тех пор я стала внедряться в нутрициологию, внедряться в натуропатию, как оно действует. И сегодня я вам 100% говорю. Внутри это, то есть ваша аллергия, вот что вы там с носом мне спросили, надо подразбираться, что внутри. То есть снаружи закапать, это просто вам, ну как, знаете, симптом снять. Вот это называется симптоматическая медицина, ну, к которой мы как бы привыкли. А если говорить про причины, то их надо просто вот найти. Пані Оля, якщо ми через опросники, через мої інструменти. Якщо ми підсумуємо це все, взагалі поради, от якщо взяти нутриціологію, так, збалансоване харчування, які можете такі базові поради дати людині, яка вирішила от харчуватися здорово? Ой, знаете, самая какая большая проблема моих клиентов с порадами? Я-то порады могу дать, но большинство из них, если у них нет сильной жажды или, как у меня тогда, извините, зуд, да, или какой-то сильной мотивации, он просто эту информацию так задвинет и скажет потом когда-нибудь. Ну, а взагалі, а якщо хоче клієнт дійсно якщо хоче, то з чого почати? Якщо хоче. Смотрите, в інструментах у нутриціолога є несколько, ну, таких розділів. Перший це нутрицептики. Наверно, слышали. Ну, так. Сейчас, давайте. Это витамины, минералы, полинасыщенные жирные кислоты, аминокислоты. Вот, слышали. То есть это то, что в современной пище, ну, таки не хватает. Да? Правда. Больше даже не в продуктах самих, а в рационе на столе. Ну, то есть, да? Вот. Вторая часть – это парафармацевтики. Это вот тут очень близко к травяным всяким лечебным капсулам, к травам лечебным и пищевым травам. Да? Вот. Но здесь все в удобной форме. Мы с вами сейчас не будем в кастрюльке заваривать, запаривать, держать, ждать, пока там это все. Мы налили, разлили, побежали. Да? И третья часть – это пробиотики, полезные бактерии. Ну, слышали, наверное, опять же. Да? Вот это все целые разделы и инструменты у нутрициолога. И если говорить про порады, то, ну, понимаете, такую скажу, разбираться. Разбираться, что ты ешь, так? Понимаете, мы все-таки, я еще вот как бы мне 42 года вот накануне будет, и я еще помню, как насколько у нас врачи у меня вот были в авторитете. Врач сказал вот это мазать. Ага. Ну, он же врач. Что я буду париться и разбираться? Он сказал, я пошла, сделала. Дальше занимаюсь своим уже, да? А сегодня такая бытность, что
ну вот ми как-то не довіряємо врачам. Не довіряємо. Є і такое? Потрібно самому дбати дійсно про своє здоров'я, шукати ось таких фахівців. Пані Олю, ми вже дійсно, у нас дуже мало часу, ми маємо завершувати. Ми просто ще більше говорили і говорили, говорили про здорове харчування, ми ще запросимо. Пілі і єлі. Так, обов'язково. До речі, дуже смачно. Так, нутриціолог Ольга Батаєва, так, ну вона розказала про те, от як можна з'їсти таку травичку, як її проростити і стати здоровим. Ну це так, в основному. Ну, а як інакше, не могли ми вас залишити без корисних порад, цікавої та актуальної інформації. Правда тут, YouTube. Ну, ви все самі знаєте. Дивіться і будьте з нами. Так, бігом підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, бо як не поставити дзвіночок, прийду до вас.